Совместное предприятие ТМК КПВ начало свою работу в 2007 году. Тогда на площадке одного из цехов Северского трубного завода был смонтирован трубоэлектросварочный стан 168-530. Сегодня ТМК КПВ выпускает электросварные прямошовные трубы нефтегазового ассортамента и промышленного назначения. Продукция предприятия широко используется для добычи и транспортировки нефти и газа, а также в строительной отрасли. Кроме круглых труб, совместное российско-греческое предприятие освоило производство и профильных квадратных и прямоугольных труб строительных конструкций. Мы сегодня с вами выпускаем ежегодно практически более 80 тысяч тонн продукции. В прошлом году 84 тысячи тонн. В этом году мы перешагнем рубеж 90 тысяч тонн. И акционеры, создавая это предприятие, мечтали о том, что когда будет сделана реконструкция этого стана, когда он будет приведен в хорошее состояние, хотелось бы получать с него продукции порядка 100-110 тысяч тонн. И мы с вами шаг за шагом движемся к этой цели. Российско-греческое предприятие – это уникальный инженерный проект, который был реализован на Северском трубном заводе. В первую очередь, благодаря коллективу. Ведь задача, поставленная акционерами, была такова – в кратчайшие сроки провести проектные работы и демонтаж оборудования. Одновременно заводчане вели и монтаж поступающего оборудования. Общая стоимость этого проекта составляла несколько миллионов долларов. Но сегодняшний результат стоил того. Мы практически удовлетворяем ожидания наших акционеров. Мы зарабатываем хорошую прибыль. В прошлом году нам позволили часть этой прибыли и позапрошлом направлять на развитие нашего стана, на улучшение его качественных показателей. Но мы и не забываем акционеры. Акционеры, как и положено, каждый год получают дивиденды, которые мы с вами зарабатываем в виде прибыли. Я скажу, что с начала эксплуатации стана за 5 лет заработано 862 миллиона прибыли. За 5 лет российско-греческое предприятие выпустило более 300 тысяч тонн продукции, востребованной потребителями, и продолжает наращивать объемы производства. Поздравить коллег со столь знаменательным событием приехали коллеги и партнеры из Греции. Представитель акционеров компании трубных компаний «Коринфа» Сарадос Милиос. Сказать о трех составляющих нашего успеха. В первую очередь это технологии. Технологии, которые объединили технический опыт Северского трубного завода и трубных заводов «Коринфа». Во-вторых, это тот совместный успех и постоянная работа, которая достигается выполнением результатов, производственных результатов, в первую очередь, командой, которая обслуживает наш стан. И в-третьих, это атмосфера взаимного доверия, которая позволяет нам правильным путем следовать и достигать таких высоких результатов. Все это успех совместной плодотворной работы, технической мысли и трудолюбия. Антонис Пергиалеопис – технический советник трубных компаний «Коринфа». 5 лет назад он присутствовал на открытии совместно российско-греческого производства ТМК КПВ. Сегодня он вспоминает, как в 2007 году он и его российские партнеры вдохнули новую жизнь в работу стана, задача которого была увеличить долю высокотехнологичной продукции в структуре продаж ТМК и удовлетворить все возрастающие потребности ведущих отраслей экономики и высококачественной продукции. Сейчас можно говорить, что с задачей справились на 100%. Несомненно, главная составляющая успеха ТМК КПВ, его главная ценность – это коллектив, это вы. Вы проявили себя как сплоченная команда профессионалов, которые не жалели сил, времени для осуществления проектов компании. Самоотверженный труд каждого из вас стал важным фактором достижения целей ТМК, позволив компании занять лидирующие позиции на мировом трубном рынке. Через несколько минут в честь 5-летнего юбилея совместно российско-греческого предприятия ТМК КПВ стан выпустит 300-тысячную тонну трубы. А вот и знаменательный момент – нанесение автографов директоров предприятия на юбиляршу. Ксения Болоденкова, Сергей Чижов, Константин Миронов. Новости нашего города.